мы смотрим за опасным моментом. Лиханов ударил мощно, прибытка вытаскивает мяч. А это уже Суханов. Вновь дальний удар и вновь прибытка. Хорош. А это ответ. Суханов выносит мяч, рикошет. Подает мяч сопернику. И Рощук забивает первый мяч в ворота дубля. 1-0. 12-я минута первого тайма. Теперь уже Тюменцы в атаке. Гериханов, не сближаясь, пробил низом. Мощно, хорошо, с носочка. Но вновь вратарь на высоте. Это ответ. Ответ Кемерова. И Рощук забивает второй мяч. Свой второй матч, второй мяч команды в этом матче. 2-0. 14-я минута первого тайма. Кузбасс повел 2-0. А это Бажок. Максим Бажок имел очень хороший момент для того, чтобы сквитать результат. Оставили его одного перед воротами. Второй тайм. В дебюте второго тайма, простите, Сорокин сейчас подставляет ногу и сокращает разрыв. 1-2. Удар. Хороший удар. И каким-то чудом сейчас спасает свою команду прибытка. А мяч залетел в противоположный ворот. Это вот смотрим. Очень хорошее спасение Суханова. В шпагате он вытянул ногу и выручил. Вот смотрите, вот этот мяч забрасывает вратарь. И Скученко выпрыгивает и перекидывает мяч. Перекидывает Суханова. Мяч скользнул мимо него и оказался в сетке ворот. 3-1. Кемерово впереди. Сорокин на добивании самый расторопный оказался и делает счет 2-3. Это итоговый счет этого матча. Большего тюменцам добиться не удалось. Мы посмотрим еще за опасными моментами. А это 6-й фол, который зарабатывает для дубля Идрис Юров. 10 метров выходит Битягеев. И Суханов отражает этот 10-метровый. Еще один момент. Удар. И это уже Чебулаев выручает свою команду. У нас смена вратаря. Чебулаев вышел вместо Суханова. И на этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Всего доброго.